Пользуясь случаем, хотел бы обратиться всем гражданам Казахстана, особенно к молодежи, в первую очередь, уважаемые друзья. Да, вы говорите, вот все, абсолютно все казахстанцы, хоть даже младенцы, знают, да, что у нас коррупция, что у нас воры во власти, что нет у нас в Казахстане на данный момент с этим режимом будущего. Но когда мы говорим, что эти во власти сидят одни воры-коррупционеры, да, кто-то говорит, ой, там ничего не поменяем, за нас все решили или еще что. Да, уважаемые друзья, если мы не будем бороться, если мы не будем отстаивать свои права, у нас ничего не получится. И мы будем жить с этим 100 лет, 200 лет. Посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Туркменистан. А Токаев никакой не дипломат, он продукт Назарбаева. Все, что он сейчас делает, новый Казахстан, ну, извините, когда мечеть открывал, Назарбаев сказал, что это он создавал новый Казахстан. Токаев якобы сейчас говорит, один срок, 7 лет, это демократизация, извините, в 2005 году также Назарбаев делал. Так что, уважаемые друзья, если мы не будем активно бороться, у нас ничего не будет. Вот мы не просто говорим, что это вот коррумпированная система, что у нас воры во власти, да, нет. Мы говорим, что нужно вот это поменять, мы говорим самое главное, что мы можем построить крутую, демократическую, развитую страну, уважаемые друзья, и жить как в западных странах, зарабатывают хорошо, живут, наслаждаются. У нас большинство казахстанцев не могут поехать за границу, отдохнуть даже внутри Казахстана, не могут обеспечить нормальное будущее своим детям и так далее. Пора бороться, уважаемые друзья, призываю вас создавать ячейки, выходите на штаб Координационного совета оппозиции Казахстана, и вместе с вами мы будем работать в Телеграме, через разные социальные сети, в WhatsApp создавайте группу, выходите. Все номера, контактные данные опубликованы. И мы обязательно, уважаемые друзья, поменяем, не просто поменяем систему в Казахстане, мы построим крутую страну, у нас есть все возможности. Вот, у меня все. Мы, думаю, на сегодняшний эфир завершаем. Всем спасибо, уважаемые друзья, делитесь эфиром, ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть вопросы, тоже пишите их, мы на следующих эфирах выйдем. Ответьте на ваши вопросы. Алга, Казахстан. Ну что? Алга, Казахстан. Алга, Казахстан.